Продолжаем. Сегодня в областном центре вручили государственные и региональные награды нашим землякам, которые многое сделали для развития Белгородской области. Медалями, почетными званиями, благодарностями и грамотами отметили управленцев, научных работников, общественников, сотрудников предприятий агропромышленного, электрометаллургического комплекса, машиностроения. Как отметил глава субъекта, именно такие люди своим примером мотивируют молодое поколение двигаться вперед. Мы не сбавляем темпы в своем развитии. У нас по многим направлениям идет большой рост. Как бы тяжело ни было, да, мы двигаемся вперед. Я убежден, что у нас всегда будет именно так. Почему? А потому что есть вы. Люди, которые знают, что нужно делать, как делать, которые умеют решать сложные задачи в крайне сложных условиях и готовы к любым вызовам.